Японские поклонники фигурного катания поблагодарили российских спортсменов за прекрасное выступление в Осаке, где в субботу сборная России одержала историческую победу на командном чемпионате мира, превзойдя команды США и Японии. С особой теплотой японцы отнеслись к 24-летней Елизавете Туктамышевой. В произвольной программе ученица Алексея Мишина выступала под японский мотив и с иероглифом «Любовь» на спине. В обсуждении итогов турнира на японской платформе Yaha Лизе посвятили сотни комментариев. В какой-то степени она даже затмила победительницу двух прокатов Анну Щербакову. «Я счастлива, что российская красавица является частью прояпонской семьи. Как здорово, что Лиза испытывает к нам такие чувства. Просто человеческое спасибо вам за то, что любите нашу страну. Спасибо, что не побоялись приехать в Японию в такое время и показали замечательное выступление. Не только сложные прыжки делают россиянок великими, они прекрасно владеют языком тела и пластикой рук. Как же хочется, чтобы японки подтянулись до уровня россиянок. Отрыв, пусть и небольшой, все же заметен. Я смотрела прокат Туктамышевой с трибуны. Это было нечто. В интервью она заявила, что любит Японию. Мне было очень приятно. Лиза красавица. Так и думал, что они будут говорить в контексте ее внешнего вида и способностей. Надеюсь, она станет мостиком между Японией и Россией. С точки зрения техники, катание Щербакова, безусловно, самое лучшее. Но я люблю Лизу. Она невероятно трудолюбивая. Ее улыбка очаровательна», – писали японские болельщики.